Всем большой привет! Сегодня пеку домашний хлеб. Хлеб по этому рецепту у меня всегда получается мягкий и воздушный. А самое главное, что пеку я его без духовки. В глубокую емкость отправляем муку. Мука у меня заранее просеянная. Делаем небольшое углубление. В центр всыпаем чайную ложку соли, чайную ложку сахара и чайную ложку дрожжей, у меня быстродействующие. Вливаем кефир комнатной температуры, теплую воду и замешиваем тесто. Добавляем растительное масло. Я перенесла тесто на стол и продолжаем вымешивать. Все, перекладываем тесто обратно в чашу, накрываем пакетом, укрываем полотенцем и убираем в теплое место на час-полтора. У меня прошло полтора часа, и посмотрите, как хорошо поднялось тесто, больше, чем в два раза. Перекладываем тесто на рабочий стол, который я слегка присыпала мукой. Немного теста помнем и скатаем в шар. Хлеб я буду выпекать вот в такой сковороде, смазываем ее растительным маслом. Выкладываем в сковороду и равномерно распределяем. Накрываем крышкой и даем еще постоять минут 20. Спустя 20 минут я ставлю сковороду на минимальный огонь и выпекаю 1 час. Затем переворачиваем и даем подрумяниться с другой стороны еще минут 10-15. Такой хлеб получается мягкий, воздушный, очень вкусный и ничем не хуже покупного. Вот такой у меня сегодня был рецепт. Пробуйте, готовьте. Ну а я, как всегда, хочу пожелать вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всем пока-пока!